Коллега, как оно, жизнь? Что? Что вы так... А что вы такое огромное? Как вы помещаетесь? Что с тобой стало? В смысле, что со мной стало? Ну, я человек по кличке, я не знаю, кузнечик. Тут были замечены SCP-939 и 049. 049 ведет себя агрессивно. Ну, значит, 049 и 939 на устранение. Свои! Тихо. Ага. Мы вас вывести пришли. Покажите карту, да. Доступа. Карту доступа. Вот. А у вас точно есть карта на выход? Ой, нет. Как нет? Ну так. Ну, возвращаемся так назад. Ну, блядь, да. Можно задать тебе один вопрос? Да. Ты сколько растишки скушал? Уходим. Блядь, вот это пиздец. Меня жмыхнуло немного. Здорово. Ты, наверное, задаешься вопросом, кто этот чел? А я тебе отвечу. Я тот чел, чьи видосы тебе поднимут настроение. Если ты хочешь видеть качественный монтаж, качественный юмор, качественный... Короче, все качественное, то тебе ко мне на канал. Вот некоторые фрагменты из моих видосиков. Эй, у нас раз на раз женщина не вмешивается. Раз на раз окончится, Маш. Где это, слышишь? Блять, давай, блять. Ну а если ты не скипнул рекламу и досмотрел до конца, добро пожаловать на канал, ссылочка в описании. Закроемся тут! О, оружейка, нормально. А тут ничего нету, блять, все обокрали, все попилили, возьми флешку. Ну так сколько ты оглушишься? Ну я же говорю, примерно ящик в день ебашил. Стероиды там, пропинадол, метан, там витаминки, минералки, комбикорм, пельменная вытяжка. Эй, псына, цыпа. Я ж тебе, блядь, как заправский богатырь одной рукой, как уебу, блядь, и ты как гвоздь, блядь, пойдешь нахуй под комплекс. Сука, я немного застрею, блядь, в проходах. Эй, белый. Карта на выход есть? Нет, я обосрался. Я думал на них убить. Опять. Нам нужно сделать карточку с помощью машины. Сможешь? Чтоб выйти отсюда. Пойдем. А, чё, серьезно, она здесь была? Блин, этот рядом был. Там этот, то ли Д-класс очень расстроился и плакал, то ли на Д-100 выбрался на свободу. Блять, вот это вообще хуёвое. Фигня, ну мы его не встречали, мы если бы встретили, мы бы за тобой уже не пришли. Ну может это Д-класс плакал, слушай. Меня откусило пол жопы, я еле успел приклеить. Правило 5 секунд. Чем скотчем? Аптечкой, там этот, стерильный бинт. А я теперь флешка, у меня фонарик, я буду всех слепить. Ну я не думаю, что это 10-ваттная хуйня кого-то заслепит. Ёб твою мать! Блять, там пизда походу. А ты что за вид палочника такой? Сам ты палочник. Это вы мелочь сраная. Белый, стоять! Так, сука, карточку сюда, или я тебе голову оторву просто. У меня к тебе есть более выгодное предложение. Какое? У меня к тебе более выгодное предложение. Давай. Я тебе беру своим охранником, и ты всех этих распинываешь. Окей, давай. А что мне за это будет? Давай, распинывай этих чертилов. РП-действие дал по башке так, что полжизни улетело. На нахуй. Съебались отсюда от моего бега. Пойдем, чекопайка. Ебать, ты ступор вставил, блин. Да, хули, пошли вон. Я всех уничтожу. Просто уничтожу. На атомы поделю. Я вам найду ключ-карту лейтенанта Мока. Если его не украдет какой-нибудь там. О, давай. И желательно гранатомет мне. Пушку побольше, огромную пушку. Тебе бы камеры тут просто отмахиваться взял, оторвал ее. Тогда. Ой, блядь! С этой хуйней я не справлюсь. Не, ребята, тут грубая сила не поможет. Ой, пизда нам. Откройте! Откройте! Занято, блядь! Доктор, открывай! Открывай! Давай, закрывай! Закрывай нахуй! Спасибо! Все! Съебуем! Ах ты вор! Я твой охранник! А и карточкой можно пораниться! Ага! Блядь!
О, нет. Ой, сожри ее нахуй! За мной, братья, я вас всех спасу. Смятение, моя душа только. Я здесь, я стою, я один кругу порезно. А, за жопу укусил, да как так? Шаверма четырехногая! Девять три девять. Печенька, иди в жопу! Сука! О, добрый день, дорогие люди. Что такое? А к нам раньше двухметровых охранников не посылали. Ой, ну извините, моя кличка, если что, Кузнечик, я как бы ваш... я тут новенький, в общем-то. У нас тут случаем в какую-нибудь деревню не заглядывали из фонда? Да, кстати. Ой, как смешно, знаешь ли, вот эту вот хуйню про ваши резиденты Иволы. Ничего подобного не знаю. Да, пойдемте тогда лучше как бы. Или нам жопы отгрызут, мы ж не будем тут прятаться вечно, а? Ага, или эту жопу вылечат. Где ученый подевался, слышь? Ученый проебал... ученого проебали. А, да, в натуре, что ли? Да, за мной шел. О, Деклас. Деклас, стоять, а сука, о, стоять. Стоять. О, блядь, убегаем нахуй. Уголь старый приближается. Закрывай за собой двери, Деклас, убили уже. Ёб твою мать, а это чё? Вальфа. Ко мне. О, ой. А вы кто такие? А, пацаны, не стреляли, да. Идите нахуй, да? На пол лежать! Сука, пидорас с пулеметом! Мистер Димитреско, здравствуйте! Ой, знаете, вот эти шутки про рост ваши? Идите нахуй! Не вызываем! Да ты! Кто вызвал? Все, кто поехал на лифте, расстрелять! Я не влезаю, пацаны! Я влезть не могу в лифт! Подтолкни меня, плез, может поможет. Я влезть не могу, народ! Влезай! Давай на это, надеяться, пойдем, то может. Ну пойдем, там может лифт. Пойдем, да в лифт побольше. Во! Пожилой командир. Ты первый, а я второй. О, боже мой. Добрый день. Живой, господи. Да, я просто не влез в лифт. Положите ситуацию. Мы просто друг друга перестреляли. Кто там командир отдал приказ, типа, расстрелять тех, кто шел на лифте, ну, как кажется, половина. На слифт уехал. Ну, уехал так уехал, чего бнеть-то, я все равно в него не пролезу. А, враги, огонь! На связи, командир, мы меня играть на рубаться, а мы сможем, почему не находится? 49-й, Петро, нашел Костерова, на Саша, мы сбежали, а все 28 портовые. На поверхность, 2 минуты, даю, значит, все подождать на рост. Заходим, пошел. А, нам же бля, нам звезда. Нормально. Ты направо, ты налево. Как вас дела? Блять! Здрасте. О боже мой. Чё, вас ты снова в этом комплексе? Я тебя видел вчера. Ты в столовой был, сидел. Ну ты, конечно, большой. Ну а ты что думал, я как бы люблю покушать, да? Ну что, пойдем работать? Да. Да, наверное. О, ой, Коля. Что такое? Что там такое? Что случилось? Осторожно, идите, там SCP. Псина вырвался, псина. Здрасте. Да мне псина называть. Я не про вас, я про псину. А вы очень хороший, красивый человек, молодой, очень такой классный. Я знаю. Секосный вообще. Диви красивый, да? Очень красивый, очень прям. Не могу. Не был бы я женат, так сказать. Не-не-не. Ну ладно, не ходите, я не заставляю. Все. Понял, обратно. Блять. Нет, я передумал туда идти. Может тут машина вот эта есть, которая вжжж и что-то сделает там круто. Она в 914, и это в легкой зоне сидит. Почему мы втроем не справимся? Ну так и да, я бы в одно рыло справился. Я вообще за пятерых считаюсь. А ну стой. Ох ты, блин, тебя въебало, блядь. Плохой чабик. Я застрял в этом дерьме. Я застрял. В рейство. А! Слишком жирный! Доктор, спасай! Да блядь, доктор, да что спасай. Такое? Доктор, спасай! Сука, я застрею! Я просто огромен, блядь! Помогите кто-нибудь! Просто чудовищный зомби, огромный, блядь, невероятных размеров! Зомби здоровый, помогите кто-нибудь! Зомби здоровый! Все, забилы, блядь! Теперь я самое главное опасное чудовище тут! Я более страшное чудовище, которое жопу откусит сразу! Нет, хуйня, я просто это чудовище возьму так и, блядь, скомгаю руками. Печеньку съешь, да?
Да, печеньку просто съем, нахуй. Или хлопну и на бетон, короче, отправлю. Там это, только на Теслах это, не курлыкнись. Да я не уязвим к Теслам. Я огромный, для меня это просто как, я не знаю, как электрошокер. Его мегабайголовка не возьмет даже, ты что? Она его только поцарапает. Не надо, пожалуйста. Просто огромный. Уйди, 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 уйди. Изыди, пожалуйста, Серегушка. Вот этот человек. Серег. Да. Я нашел человека, блин. Здрасте, кейс. Ган, блин. Кстати, я пойду. Съели черти. А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.